Я очень рад, что сегодня для нас открыли исламское учебное заведение. Теперь я буду учиться здесь и получать исламские знания. Этому знаменательному событию рады не только будущие студенты, но и все дагестанцы с ограниченными возможностями здоровья. То, что это матрас открыли, это очень полезно, потому что молотая дерево, она выравнять легче будет. Это матрас будет как первый луч солнца утром для нас, для духовенства, для духовного развития ислама в Дагестане среди глухих. В Дагестане очень много медресе для слышащих людей, а для нас кухня – это единственная медреса будет. Очень радостный день сегодня. Открытие началось с чтения строк священного Корана и восхваления пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Основная цель муфтията республики – воспитать здоровое поколение, общество, где будут ценить и почитать общечеловеческие ценности. Неописуемые переживания нашего муфтия, шейха Ахмада Афанди, чтобы не остался без внимания ни один из наших соотечественников, в частности, те, кого Аллах испытывает разными испытаниями бренного мира с ограниченными возможностями, дабы они могли тоже изучить науки, не только исламские, но и светские вместе с этим. Это уже второй медресе в Махачкале для слабослышащих и глухих людей, открытое муфтиятом республики. Новый учебный корпус расположен в мечети по улице Абдулла Мирзаева и готов принять 40 человек. Здесь будут проводиться уроки основ религии, будут преподавать самые необходимые знания для каждого мусульманина. Также здесь будут предоставляться дополнительные курсы для ребят, для мальчиков, курсы массажа, курсы, компьютерные курсы, вот, курсы парикмахера. С условиями, созданными здесь, ознакомились и гости. Комната отдыха, бесплатная столовая, места для омовения, оборудованные классы. Приятно удивила посетителей территория, отведенная для занятия физической культурой и спортом. Я очень удивлен, потому что здесь хорошие условия. Здесь есть даже спортзал, мы видим, хорошие комнаты. Все условия есть. Это очень радует, что вот ребята на самом деле будут с удовольствием здесь находиться, учиться. И, конечно же, спасибо нашему муфтию за все те хорошие дела, которые он делает, не оставляет ни одну какой-то вопрос, ни одну проблему, успевает везде. И вот мы видим, конечно же, это прекрасный центр, это корпус тоже. Все образовательные услуги в этом медресе будут предоставляться для учащихся бесплатно. Набор студентов продолжается. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.